Всем привет, друзья! Мы сейчас находимся в Греции на супер популярном инстаграмном острове Санторини. Мы тут уже третий день, и я вот только сейчас решилась взять камеру в руки и начать этот влог, потому что первые дни мы просто хотели отдохнуть, насладиться всей этой атмосферой, всей этой красотой, погулять, освоиться без камер, без ничего. Ну а сейчас мы уже подустали, и сегодня хотим снимать. Показать вам всю вот эту вот красоту. Смотрите, ребят, вид, как всегда, шикарный у меня, вы знаете. Но вот посмотрите на вот эти вот белые домики, это прям такая вот визитная карточка Санторини. Я думаю, все видели фотографии в инстаграме, картинки, эти белые домики, закат, вид и розовые цветы. Вот, петрушка, там сейчас 12 часов, бьют колокола. Мы сейчас находимся в городе Тира. Вообще на Санторини очень маленькие такие города, все находятся на горе. У меня тут, если честно, немного случилось такое ожидание реальность. Как-то я готовилась чуть-чуть к другому. Обычно мы, когда приезжали на отдых, там на Мальдивы, на Бали, на островах, были огромные отели, в отеле были и спортзалы, и рестораны, и, ну, инфраструктура тоже развита была, магазины всякие. Ну и в отеле много чего можно было делать, чем заняться. А тут такие маленькие отельчики, мы тут еле вообще добрались сюда. Мы летели сначала до Афин, и в Афинах у нас была пересадка на Санторини. Ужасно мы устали, еле нашли, у всех спрашивали отель, никто не знает, где он. И вообще мы думали, нас развели, прям Booking нас скинул. Но не знали, потому что тут очень много таких маленьких отельчиков. И они такие, знаете, как семейные. Вот мне напоминает, как в Крыму в детстве отдыхали с родителями, где-то там под Евпаторией, где-то в каком-то поселке за Озерном, Приморском. В общем, очень похоже. Но в этом и есть фишка именно этого курорта, что все живут в таких глиняных маленьких домиках традиционных. И все отдельно, очень уютно. Любимый выбрал, как всегда, самый лучший вид. Достал там всех, писал по поводу вида, с какой стороны закат, потому что вот этим Санторини и славится своими закатами на белом фоне, и вечером тут реально безумно красиво. Смотрите, вот такой вот у нас номер, такая мини-вилла, можно сказать. Мы тут отдельно от всех, никого не видим, не слышим. Больше всего мне нравится эта терраса, вот такая вот маленькая джакузи. Особо тут не поплаваешь, но вечером, кстати, очень тепло, классно сидеть, смотреть на вот этот вид. Посмотрите, вода здесь синяя, не такая бирюзовая, как на Мальдивах, как в нормальном море. Видно глубоко, здесь мы еще не купались. На днях вот пойдем на экскурсию, может там хотя бы на пляж нас вывезут, поплавают. Да, пляжа именно здесь нет, здесь вот яхточки, катера всякие забирают туристов и везут на острова вот туда купаться. И видите, круизный лайнер стоит такой огромный, красивый. Каждый день вообще мы заметили, что здесь каждый день по три. Они приезжают, видно, высаживают туристов, отвозят их на берег погулять и ночью уезжают. Но нам они вид такой красивый делают, следим за ними, наблюдаем. Классно очень, тоже хотим в круиз. Так, ребят, сегодня мы решили весь день провести с камерой, гулять, снимать, все вам показывать. Специально пропустили завтрак, который у нас в отеле, не очень он интересный. Потом вам покажу, любимый решил выспаться, набраться сил, я уже успела потренироваться. Сейчас идем завтракать в какое-то традиционное местное заведение, покажем вам их кухню. Потом пройдемся, прогуляемся, тут куча магазинчиков и такие лакшери, прям куча ювелирок, куча всяких кафешек, баров. Спустимся вниз к берегу, покатаемся на фуникулёре. В общем, покажем вам, как живут и отдыхают на Санторини. А вот так вот, ребят, начинается мое утро на Санторини. У меня тут такой импровизированный спортзал. Видите, вот у меня коврик, мягенький плед, гантельки, бутылки по 1,5 литра обычные. И резинка одна у меня осталась, потому что первую я, по которой полегче, перестаралась немножко здесь и порвала. Музычка у меня тут, тренировки у меня в телефоне. Так, давайте покажу. Вот у меня тренировочки. Я как-то участвовала в марафоне, у меня до сих пор остались тренировки. Вот. Приехали и решила тренироваться каждый день здесь. Слава богу, есть время. Ну и самое главное, ребят, что здесь? Конечно же, вид. Просто он потрясающий. В принципе, ноутбук тут особо не нужен. Тут у меня свой кинотеатр, самый лучший фильм, самый лучший вид. У нас сегодня очень насыщенный день, сейчас я заканчиваю свою тренировочку, потом покупаюсь в джакузи нашей маленькой, уютненькой. Так как спортзала с беговыми дорожками и арбитреками здесь нету, здесь вот такие вот лестницы везде, ступеньки. Так что после тренировки у меня кардио. Пойдем куда-нибудь позавтракаем в город, потом по ступенечкам по путям спускаемся вниз, а обратно поедем уже на фуникулёре. Ну и, конечно же, все сегодня буду вам снимать.
Все, ребятки, я погнала тренироваться. Все, ребят, наконец-то мы выбрались на улицу. Сейчас покажу вам наш отельчик. Вот такие вот ступенечки везде. Я, если честно, первые 2 дня вообще путалась тут. Не понимала, как подняться наверх. Вот, смотрите, ребят, вышли из нашего отеля, и тут сразу куча всяких кафешечек, заведений. И вот что мне больше всего нравится, это вот эти вот улочки такие тоненькие, узенькие, как в Италии. Там еще не были, но мне кажется, как в Италии, я смотрела видео. Вот, вот такие вот тут ступенечки наверх крутые. Вот заброшенная церковь. Ну, нам кажется, что она заброшенная, по крайней мере, у нее такой вид. Кажется, нерабочие. Обычно они все такие беленькие, с синими куполами красивыми. Красиво? Да, мусора куча, и тут обычно малолетки гуляют местные. Лазят там. Я, наверное, не пойду, ребят, пусть любимый вам снимает. Так, принеси нам завтрак. Как всегда, получилось куча еды. Чтобы вы знали, в Греции вот такие вот огромные просто порции. Мы заказывали 2 завтрака. Вот это греческий любимого. Я его сейчас передвину. Вот это континентальный мой. 2 яичка, йогурт с фруктами, джем, мед, всякие такие намазочки. Ну, каждому кофе, сок. А вот это вот традиционное греческое блюдо. Гирос или жирос, по-разному его называют. Сказали и то правильно. Курица, пита, картошка фри, соус. В общем, очень огромная порция, жирная. И главное, ты что, коханый? Ты. Нет, вид. А, вид. Ну, я, конечно, и вид тоже. Значит, не ты. А сейчас, ребят, будет маленький лайфхак, как нужно кушать завтраки на Санторини. Смотрите. Йогурт с фруктами. Берешь ложечку. Так еще вкуснее. Кстати, ребят, забыла самое главное. Я думаю, всем интересно узнать цены. Вот греческий завтрак, и к нему еще идет кофе и сок. У меня континентальный, тоже с напитками. Каждый из них стоит по 15 евро. Очень сытно, думаю, можно наесться на весь день. Сколько стоит жирос, не помнишь? Ну, тоже где-то так же, я думаю, где-то евро 15, но зато посмотрите, какая огромная порция. Так что, довольно доступно. Так, позавтракали, пообедали, теперь идем гулять. Вышли вот на главную улицу, набережная, много туристов, магазинчиков, ресторанчиков. Вот подошли ступенечкам, которые ведут вниз, в порт. И тут такие асуи, асуи, лошади, вообще асуи-то. Ну, нам предлагают сразу мула. 6 евро спуститься вниз. Так, наши лошадки нас уже высадили, и асуи, видите, он пошли наверх. Вот еще одни стоят, высадили на полпути, вот там еще столько же примерно идти. Короче, ребят, это незабываемый опыт, вот везде такие кокулечки, и я больше всего боялась в них вывалиться, честно, упасть в эту кокульку. Тут очень красиво, знаете, какие кактусы огромные, кактусы, цветы, лошадочка. Ну, честно, безумно неудобно. Посмотрите, какие крутые ступеньки. Лошадь где-то подскальзывается на своих же какашках, шатается. Ты постоянно дергаешься, боишься, чтобы не выпал телефон. Ну, короче, такой обрыв. Тут, если покатиться, тут до порта можно долететь. Ну, стремновато, но прикольно. Где еще такое попробуешь? Тут такая колоритная обстановочка. Смотрите, стоят эти лошадки бедные. Тут в тенечке, слава богу. Такие местные дедули, музыка, взяли водички, идем дальше. Ну, честно, очень колоритно, сразу понимаешь, где ты находишься, ни на что не похоже. Вот, спустились в порт, смотрите, какой кораблик стоит. Вон вообще дальше круизный лайнер такой, Титаник, яхта миллионерская. Тут маленькая какая-то такая туристическая лодочка, вот всякие круизы там можно купить. Сувениры. Так, посидели, отдохнули чуть-чуть в местной кафешке. И сейчас поднимаемся наверх на фуникулёре. Вот, видите?
Телеферик у них называется. Прям такая тетя полисвумен отправляет, проверяет всех. Ну, все серьезно. Чтобы они еще сюда на водку не занесли с собой. Сейчас и нас тоже осмотрит. Сейчас любимый покупает билетики. Один стоит 6 евро. Человек в одну сторону. Дороговато, но что поделать. Hello. Ой, смотрите, как прикольно. Зато мы первые. Там перед нами такая очередь образовалась. Любимый побежал занять первую. Мы поехали. Я очень надеюсь, что мы будем вдвоем в кабинке. Но запихнули нас сюда в шестером. Очень душно. Ребятушки, ну посмотрите, оно того стоит, скажите. Просто красота нереальная. Вид открывается на весь Санторини, на наш город. Вот наша тира внизу. Ну понимаете, люди вот сидят, пьют, кушают, отдыхают вот таким вот видом. Вот фуникулеры привозят сюда. И вот здесь везде по дороге виллы, отели, кафешки. Видите, тут в основном такие маленькие частные виллы. Отдельные номера, отдельные домики у всех. Ой, ну классно, ребят, здесь очень так атмосферно. Вот реально нигде такого нету. Все на горе, вот эти вот узенькие улочки, лестнички везде, ступенечки. И погода классная. Вот сейчас жарко, но терпимо. Сейчас где-то до 30 градусов, ну может быть максимум 30 сейчас. Но очень комфортно, классно. Не так, как на Мальдивах, ты идешь и просто себя плавит там где-то 45-50. Идешь и горишь. Везде кактусы такие. Здесь комфортно. Так, ребят, сидим на самом-самом верху. Наше любимое место здесь. Мы тут уже были в первый день. Сейчас вернулись поснимать, пофоткать, показать вам, поделиться, потому что это, блин, очень круто. Нельзя такого скрывать. Посмотрите, какая красота. Да, и любимый в одном тапочке, потому что я помахала ножками. И второй тапочек валяется вот там. Сейчас мы пойдем его поднимать. Слава богу, тут все идет ярусами такими, видите? И вот на каждом этаже, как бы, вот чуть ниже кафешка, можно спуститься. Не просто обрыв, так? Если бы обрыв, то уже шла бы вниз за тапками новыми. А так красота. Смотрите, вид какой шикарный на весь город. И не на один, наверное, потому что города тут маленькие. Это, возможно, уже даже другой. Может, это Ия, Оя. Мы в тире, вот там, вот на самом углу. Даже видно наш номер отсюда. Ну, красота, да? Сейчас пришли в центр за местным фастфудом. Вот любимый себе берет гирос. Тут, посмотрите, очень дешево на самом деле. 2,60. И они такие сытные, огромные. Вот видите? Вы уже не видите. Сейчас любимый купит, покажем. Да. Это тоже. Курица, помидорки, соус, лук. Пожирнее это погуще. Здесь все быстро. Картошечка. Больше готовится. Картошечка. Все такое жирное, вкусное. Вот, смотрите. Это куриное. Есть еще со свининой и с телятиной. Thank you so much. Thank you. Покажи эту жирушку. Жир. Название многообещающее. Так, сейчас арендовали квадроцикл. На весь день вот нас ведут на парковку. Поедем на пляж, наконец-то выедем, потому что ни разу еще здесь в море не купались. Посмотрим тоже виды, по разным городочкам поездим здесь. Ну и поснимаем, конечно же, все по пути. Все, все серьезно, забрали у нас права, дали страховку для полиции, бумажку, если что, на всякий случай. Надеюсь, не пригодится. И до 7 часов он наш. 45 евро в день стоит. Ну, мы пришли поздновато, у нас будет только там 3-4 часа, но хотя бы попробуем. Смотрите, какой у меня милый розовый шлем. Вот наша машина на сегодня. И едем сейчас. Нам нужно заправить полный бак. И потом уже едем куда хотим. Вот приехали на пляж уже. Так прикольно. И город посмотрели. Так бедно тут все живут. Кстати, такие колонки, стройки везде. Прям вот деревня. А что залило? Самое бедное. Это такой пляж. Так прикольно. Конечно, город можно увидеть только когда вы сами возьмете. Приехали на вулканический пляж. Видите, это не грязненький, а вот такой черный вулканический песок. Но, если честно, водичка такая себе.
прохладненькая. У меня тоже сейчас так борется во мне то, что как это приехать на море и не покупаться. Очень сильный ветер. Ну попробую окунусь, наверное. Ну что, ребят, спустя 2 часа петляний по горам мы наконец-то добрались до нормального пляжа. Самый известный пляж здесь Периса, и тут реально очень классно, видите, очень много отдыхающих, туристов. Я, если честно, даже не думала, что на Санторини есть и такой обычный пляжный отдых, как у нас где-то в Крыму или в Турции. Водичка очень классная. Но мне кажется, все-таки вся фишка Санторини в этих белых домиках на холмах, закате вот на горе, поэтому... За таким отдыхом можно в Турцию ехать. Я не жалею, что мы там на горе сидим без пляжа. Но, видите, можно арендовать машину и приехать покупаться в море. На этом пляже вода уже очень чистая. Смотрите, вообще прозрачная. Даже такая прохладненькая. Но все равно купаться намного приятнее будет. Вот все отдыхают. Шезлонги здесь тоже бесплатные. Много всяких кафешек. Приносят сюда прям коктейльчики. К сожалению, у нас мало времени осталось, но... Может быть, в следующий раз возьмем машину на весь день и приедем снова отдыхать сюда. Что, пойду купаться. Так, ребят, сегодня у нас экскурсия на яхте. Вот мы уже в порту, отправляемся сейчас. Такая получастная яхта, до 16 человек. Нас сейчас здесь человек 10. Удивительно, первый раз нету ни русских, ни украинцев. Все с нами иностранцы, итальянцы. Очень классный и веселый капитан у нас. Провел нам сейчас инструкцию, как себя вести здесь. 5 часов мы будем плавать. Ждет нас... 5 или 6 локаций, будем останавливаться на разных пляжах, фоткаться и снимать, конечно же. И на этот раз я уже больше решила говорить вам о ценах, чтобы вы понимали, что сколько стоит, если соберете сюда ехать. Вот такая вот экскурсия стоит 170 евро с человека. На 5 часов с остановкой на разных пляжах, с питанием и с трансфером в отеле обратно. Все побежали занимать места уже. Вот смотрите, как классно. Все можно на эти сети прыгать. Там такой сильный ветер, что мы спрятались здесь, что там дует и брызги все на нас. Классно, никого нету. В принципе, любуется. А я вам пока проведу небольшую экскурсию по яхте. Там нам готовят обед сейчас. Видите, повар там кухня. Тут все управление, как я понимаю, вот карта. Классно. Здесь можно посидеть тоже внутри, если сильный ветер. Тут уборная у нас. Полноценная такая, и фен есть. И каюта. Кровать. Шкафчик с покрывалами. Здесь прям воду видно, видите? Классно, никогда еще не были на такой яхте большой. Крутяк. Приплыли уже на второй пляж, но на пляж нас, к сожалению, не высаживают, а вот здесь мы недалеко купаемся, потому что много лодок, и им тяжело туда подплыть. Не знаю, небезопасно это. Так, сейчас у нас обед. Очень классный, кстати. Hello, guys, можно... guys, this is dinner. Last time, please. Okay. Okay. Капитан не дает снять, зато нас кормит. Сейчас у нас обед. Очень классно. Тут, кстати, кормят. Накрыли нам тут прям целую поляну. Огромный выбор. Дома, морепродукты, салаты. Будем кушать. Конечно же, куда здесь без греческого салата? Очень классный обед. Вот, привезли нас на Hot Springs. Это... Если переведить дословно горячий источник, ну, в общем, тут супер считается целебная молодильная водичка. Но я именно сегодня должна была первый раз надеть этот белый купальник. Мне посоветовали не идти, потому что он будет сразу весь коричневый. Если видите, там вода такого коричнево-оранжевого цвета. Чтобы не испортить купальник, я стою здесь, смотрю и завидую. После прогулки на яхте решили не ехать домой, высадились в самом популярном курортном городке Оя. Отсюда все фотографии, если видели в инстаграме или на картинках, с синими куполами, белые домики, церквушки и синие крыши.
Очень красиво, но тут, правда, туристов просто море. Фотографии, не знаю, получились или нет, там все закрыто, никуда нельзя заходить, все издалека, как попало, сфоткались. Но сейчас вот любимый запускает дроны, чтобы показать вам эти виды сверху. Я думаю, сверху будет посимпатичнее, без кучи китайцев. Любимый понес дрона на площадь нашего. Ну и наконец-то мы добрались до места со всех картинок Санторини. Вот эти вот знаменитые синие купола, крыши, белые домики. А теперь показывай срачки туристов. Вот это вот, видите, там за угол заворачивается очередь. Сфоткаться вот там. Ближе к ним не пускают, хотя на всех фотографиях мы видели, что все фоткаются прямо там сверху и думали, туда залезем. Нам тут пришлось пробираться через отели. В общем, ожидание – реальность, как всегда. Но пару фоточек мы все-таки сделали. Надеюсь, что-то с этого получится. Так, ребят, видите, сколько народу? Вышли на закат. Каждый вечер тут собирается так много людей. Смотрите, все приходят сюда, чтобы посмотреть, полюбоваться закатом. Ну, больше всего, конечно, в заведениях бронируют. Не знаю, тоже там забронировала столик с любимым. Через 15 минут, а пока что мы разошлись отдельно погулять, поснимать. Смотрите, какая атмосферка. Днем тут вообще потихоньку, нет, все по бассейнам, по номерам сидят. А вечером вот все выходят гулять, фоткаться, снимать, смотреть закат, пить винишко, коктейли в барах. В общем, кайфуют тут все от жизни. Смотрите, куча ювелирных магазинов, сувениров. И все едят мороженое. Это самое популярное место. Все днем и ночью едят мороженое здесь. Смотрите, здесь вообще лакшери. Ролексы, Hublot или Hublot, как нас учили. В общем, такие дорогие подарочки и сувениры. Так, ребят, сегодня заранее специально забронировала столик на закат. Самым лучшим видом. Смотрите, как снимают закат. Настоящие блогеры. Подложили хлебную палочку. И будем снимать, как садится солнце. Смотрите, ребят, уже почти зашло солнце. Смотрите, сколько собралось людей. Вот все люди вышли на улицу, повставали, чтобы посмотреть закат. И обычно, когда вот совсем оно садится за гору, как только заходит, все начинают хлопать. Не знаю, как сегодня, удастся ли нам это снять. Так все стоят, видите, все стоят и ждут. Смотрите, сейчас последний кусочек зайдет, должны хлопать. Надеюсь, они нас сегодня не подведут. Ну что, погнали. Три. Рано начал. Еще раз. Там четыре, наверное, любимые. Три. Не-не-не. Два. Два с половиной. Два с половиной. Один. 0,5. И... начинает хлопать. Вот, все хлопают закаты. Представляете? Люди приезжают с разных уголков мира, чтобы посмотреть на закаты, похлопать ему, поаплодировать. Классно. В этом весь Санторини. Привет, ребят, смотрите, у нас сегодня прям три круизных лайнера огромных приплыли. Очень красивые, очень классные. Надеюсь, мы когда-нибудь и на них тоже побываем, на одном из них.
Вот, уже 12 часов, слышите, бьют колокола, сейчас выселение, но мы немного не готовы. И я вспомнила, что я так и не показала вам наш номер, так что сегодня будет все максимально трушно, все как есть, без всяких уборок, подготовок. Вот это вот наша личная терраса с джакузи, с теплой водичкой. Бассейн тут есть общий побольше, но там вода, честно, очень холодная. Поэтому мы зависали здесь практически каждый вечер, смотрели на город, на воду. Такая тут очень уютная атмосфера, никто нас не видит, не слышит, не мешает, очень уединенно так. Так, пойдемте в номер. Я прошу прощения за вот этот вот бардак, мягко говоря. Но должна вам показать вот это вот мои гантелечки самодельные, занималась здесь, слава богу, каждый день. Доску гладильную мне принесли, ну, в общем, вот такой вот небольшой столик журнальный. Диванчик, простите, все раскидано. Вот такая вот огромная кровать, по-моему, она прям супер king size. Бабочки очень милые, керамические. Всегда боялись, что они нам на голову попадают. Так все беленько, видите, как дома у нас, в принципе. Чемодан мой, который мне еще предстоит застегнуть. Не знаю, как я это сделаю. Такой кабанчик прям напихала туда все, что могла. Тут я настоящая хозяйка. Прям у меня пакет с пакетами. Все нормально. Хозяйственная. Халатики, тут такое место, где я красилась, собиралась. Там душ, любимый в душе. Лампы такие возле кровати, читать можно вечером. И смотрите, что нам больше всего понравилось, это вот такие вот глиняные домики. И тут у них вся мебель прям тоже из глины. То есть все тут такое, на века прям так сделано. Просто себе потом зашлифовали, покрасили и все, мебель менять не надо особо. Также эта столешница. Холодильничек здесь у нас был маленький, посуда. Ну, в общем, такой вот номерочек, очень удобный и комфортный. Любимый, сколько номер стоил? Кошмар. И вот такой вот номер, ребят, стоил $650 в сутки. Я, конечно, сейчас в шоке, мне любимый только сказал. Это, конечно, очень дорого, но, видите, Санторини это дорогой курорт, не все греки тут даже могут позволить себе отдохнуть. Очень много туристов со всего мира, с Америки, с Франции, ну, довольно-таки обеспеченных. Итальянцев очень много, русских, кстати, украинцев очень мало, почти не видела. Где бы мы ни отдыхали, допустим, в Таиланде было очень много русских, украинцев, ну, потому что там подешевле, а тут не все себе могут позволить сюда доехать. Но еще почему дорого, из-за вот этого вида, из-за личного джакузи. И мы находимся в самом центре, вот здесь чуть-чуть подняться наверх, и все рестораны, бары, все рядышком. Шикарный вид на закат, там вот эти вот круизные лайнеры. Ну, дорого, но оно того стоит. Ну что, ребят, отдых мне очень-очень-очень понравился. Очень быстро пролетели эти 7 ночей. На Санторини отдых очень такой специфический, довольно необычный. Я, если честно, ожидала обычный огромный отель, вот как в Таиланде, как на Бали. Такой отдых с общим бассейном, с ресторанами, а тут как-то все так атмосферно, уединенно, эти вот улочки, закат, размеренный образ жизни греков, как я уже писала в посте в Инстаграме, кстати, подписывайтесь. Греческий образ жизни даже называется отдельным таким термином «сига-сига», то есть это переводится «не спеша», «не торопясь», «потихонечку», и вот такие они действительно все и есть. Они вообще не парятся, никуда не спешат, не летят тебе там что-то подсказывать, помогать. Пока не попросишь, никто к тебе не подойдет, даже и официанты такие. Сначала они мне показали все грубоватыми, такими рисковатыми, ну чуть-чуть у них есть такое. Но когда разобщаешься, они такие все милые, приветливые, шутят очень много, любят покушать, выпить вина целыми днями, курят себе, пьют кофе и просто смотрят куда-то вдаль, кайфуют, никуда не спешат и наслаждаются. Я надеюсь, что частичку эту я перевезу с собой, потому что я вечно куда-то спешу, лечу, вечно в каком-то напряжении, и вот я надеюсь, что я это чуть-чуть у них заберу с собой, греческого этого сига-сига, греческого настроя. Ну что, ребят, я надеюсь, вам тоже понравился этот влог. Спасибо огромное, что смотрите, что следите, путешествуете вместе с нами. Очень надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал любимого, на Инстаграм. Вот любимый уже собрался. Ну что, любимый, попрощаемся на фоне... Что ты скажешь моим подписчикам? Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Обязательно. Обязательно ставьте любимый лайк и подписывайтесь на Инстаграм. Она очень старается. Нажимайте на колокольчики у меня, у нее, чтобы не пропускать новых видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Теперь вот ты. Вот так вот. Спасибо, Инстардин. Вот такое вот прощание от Инстардинга. Я знаю, что очень многие из вас подписаны на его канал, и многие от него и пришли ко мне, за что я благодарна и вам, и любимому.
Но кто еще не подписан, подписывайтесь на него, подписывайтесь на меня. Любимый мне в Инстаграме очень крутые фотки сделал. Ну что, ребят, желаю вам тоже побольше путешествий, побольше ярких незабываемых эмоций, вдохновения, шикарного настроения, чтобы у вас все получалось. И главное, чтобы сбывались все ваши мечты. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. 1, 2, 3.